Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. С открытием предприятий не нужно ни спешить, ни затягивать. Кировский губернатор Игорь Васильев в интервью экспертному институту социальных исследований рассказал о подходах к открытию разных сфер экономики. Я вот иногда сейчас читаю, не буду называть, какие регионы. Наш регион полностью откроется с такого числа. А в каком смысле полностью? А что вы будете делать, если приведет к какой-то безудержной вспышке? И есть ли готовность у предприятий работать в новых условиях? Потом, наверное, давайте не буду забывать, что у нас есть еще целая категория. Это спортивные объекты, зрелищные мероприятия, кинотеатры, которые тоже пока в вынужденном простое, потому что мы не можем собирать большое количество людей. Не самый простой вопрос. Его не нужно с одной стороны затягивать, с другой стороны не нужно делать поспешных, так сказать, шагов. Ранее глава региона обещал еженедельно принимать решения по открытию тех или иных сфер, если это будет позволять эпидситуация. В ряде регионов сейчас возвращают запреты. В Белгородской области закрыли летние кафе и парки. В Смоленске 3 дня люди пожили с работающими магазинами и кинотеатрами, но из-за игнорирования масок все снова закрыли. Программа «Экономика». Банкиры рассказали, почему не выдают кредиты на зарплаты. Часто это связано с неправильным оформлением документов, например, не указана доверенность, есть ошибки в банковских счетах или не указаны сами счета. Об этом заявили представители кировских отделений ВТБ и Сбербанка на встрече с губернатором. По их словам, в общей сложности обе структуры выдали кировчанам примерно 240 миллионов рублей в качестве беспроцентных кредитов на выплату зарплат. Их получили около 90 субъектов предпринимателей. То есть в среднем на одного приходится по 2,5 миллиона. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Новые меры санитарной безопасности в России сохранятся надолго. Качественная обработка помещений и оборудования и защита сотрудников становятся не только знаком заботы о людях, но и залогом стабильной работы. Дезинфицирующие растворы и антисептики для этого нужны будут постоянно и в больших масштабах. Оптовые поставки антимикробного мыла предлагает предприятиям города и области компания «Химвей», официальный представитель белорусского производителя. Мыло содержит активные действия. Вещества, обладающие противомикробным и вирулицидным действием. Эффективность средства подтверждена протоколами лабораторных исследований и декларацией соответствия Евразийского союза. Помимо антибактериального мыла, компания «Химвей» обеспечит ваше предприятие дезинфицирующими средствами для уборки промышленных и торговых помещений. Для заказов заходите на сайт himway.ru, ООО «Химвей», ОГРН 119-435-001-3188. 76, юридический адрес Киров, Карла Липнихта, 67. Экономика. Ну а в завершение валютах. Доллар сегодня 72,98, евро стоит 78 рублей 94 копейки. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.